звали Лохсена Пуджарки на охоту. Это все еще земля аборигенов. Говорят, тут все хочет тебя убить. Она научилась с этим жить. Это делает нас теми, кто мы есть. Понимаешь? Да. Это мой дядя. Да. Крупнейшая в мире скотоводческая ферма. Мы, Лохсены, здесь поколениями. Двадцать лет пытаюсь спасти ферму Марианны. Вот это место. Мой никчемный дядя, сын, его жена и воры. Мой внук. Они кружат, а? Думаю, у них заканчивается время. Все меняется, да? Наши интересы совпадают. Станешь главным скотоводом на севере. Это был несчастный случай.